В Южноуральском государственном университете состоялось торжественное открытие нового факультета мехатроники и робототехники. Новые направления подготовки запущены совместно с Челябинским кузнечно-прессовым заводом по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Студенты будут учиться в объединенном образовательном пространстве в 3Б-корпусе нашего вуза с новыми лабораториями и учебными аудиториями. На символическом запуске нового факультета присутствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, генеральный директор Челябинского кузнечно-прессового завода Андрей Гартунг и ректор ЮРГУ Александр Вагнер. Более подробно о мероприятии смотрите в следующем выпуске.